Всем доброго времени суток, зрители и гости канала, с вами Хрячья Семья, я Хрячья Батя Грегор, мы с вами продолжаем похождение нашей обезьяны в поисках крутой обезьяны, ну, если судить по общему концепту, конечно же. Мы с вами закончили на том, что мы развалили двух боссов, я страдал на маленьком синеньком Таносе. Правда, получил ли, конечно, я типа такого проходного босса, но это обосновано. Я предупреждал, я не умею играть в соусы, очень хочу научиться, но пока вот как-то никак. А, да, а еще нас с вами предупредили, что типа, ну, как бы это, да, там нас ждет какой-то блюдок здоровенный. Так, подождите, у меня же был свой шлем, только вот этот, да? А, этот круче, все, вопросов нет. Ну, то есть это реально прям стартовая снаряга, которая, в принципе, ничего не решает. Просто приятный бонус для тех, кто заплатил чуть-чуть побольше, но... ну и ладно. Я, честно, это даже хорошо. Это, наоборот, очень хорошо. Я не сторонник, когда в играх, знаете, дают какие-то ОПшные вещи. Блин, а в каких играх такое есть? По-моему, в играх, типа... Я не помню, в Pathfinder давали какие-то всякие подгоны чудеснейшие? Я вот помню, что в Mass Effect давали за... приобретение вот этого, там, условно говоря, делюкс издания, обзовем это так. Новые пушки во второй части. Во второй. Это типа церберовские пары стволов, но... Это, кстати, они крутые, потому что я помню фаланга, который потом в третью... По голосу это не наше ли это? Не... как его? Господи, забыл, как зовут нашу главную папу-обезьяну. Ладно, потом когда-нибудь вспомню. И вот. И фаланга, кстати, реально крутая была, я помню. Я с ней бегал прям, с нее стрелять комфортнее, чем с стандартного сюрикена было. А, ладно, мы отвлеклись с вами на Mass Effect. А надо возвращаться к Вуконгу. И снова получить люлей. Ой, господи. Так, на 4 я смогу превратиться. Все, я понял, защита от зла. Отлично. Так, пути назад нет. Вперед. Третий босс подряд прям. Лин Сюинсы. Будь проще, проще. Тихо. Ты вернись. Не так. Я планировал твое возвращение. Да не то. Ой, хорош. Блин, вот минус в том, что я хилился, нажал ворот, чтобы прервать хил. Он этого не сделал. Проблема. Я не понимаю твои тайминги, пупсик. Будь проще. Плохо. А ну давай. А ну давай, ублюдок. Я тебя вижу теперь. Плохо вижу. Нет, хорошо вижу. Промахнулся, как так? Oh!
了它，不妨先把这里翻个底儿朝天。那黑风怪赏了灵虚子一颗金丹，若是寻到此物，就算没白来一遭。哦，вы прям не представляете, аж прям до дрожи. Я думал, что все, сейчас его не осилю, но первого раза. Боже. Я на следующем простом враге, видимо, окочурюсь, я так понимаю, что это, знаете, это карма, как в ДНД происходит, ты такой, типа, выкидываешь двадцаточки, либо попадаешь, а потом какая-то базовая ситуация в стиле, ты видишь яму, ты прыгаешь через яму, а, кстати, ты умер, да. О, господи, как ж хорошо-то. Ой, господи. Ух, так, а зачем я изготавливал штуку? Это прям сет, да? Ха. Нет, вот это прям круче. Ух. Вот это, конечно, да. Так, развитие. А ну-ка, а можно как-то свой стан прокочегарить? С каждым уровнем таланта увеличить равно 7. Слушай, ну неплохо. Я пока думаю, что это да. Еще мне понравился огненный дух. Прям крутой. А нужно две. Нет, пока нет, а тогда подождите. Да нет, я пока думаю. Каждый уровень таланта уменьшает затрат выносливости, сильный мощный удар. С каждым уровнем таланта не могу увеличить урон всех комбинированных атак. Хорошо. Так, а просто базу можно хп увеличить и выносливость. Ладно, давайте, вот тут какой-то говорят про ловкость и гибкость. Давайте его вкачаем. Я не знаю, была ли это больше ловкость или гибкость, конечно, но... Окей. Так, ну мы осмотрелись, как нас и просили. Здесь есть что-нибудь? Нет, нет. Так, ну здесь тоже теоретически можно осмотреться, да? А, ну... Типа того, да. Я смотрю, что ты не просто горишь тут, да? Небесная нефритовая пилюля из лотоса. Небесное лекарство. Чудесная пилюля, изготовленная богом долголетия в самых южных землях. Очень значительно увеличить максимальный запас здоровья. Навсегда? Да что ты будешь делать, божечки? Что за подгоны? Меня тут по-любому сейчас где-нибудь кончат в ближайшей подворотне. Нельзя такие подгоны делать. У, еще и сейф рядышком. Ладно. А, отдых, отдых, да. Итак. Что ждет нас дальше? Не в ту сторону смотрел. Ой, а, то есть я удаляю столбики тоже это. Там себя останавливаю. Никогда на это не обращал внимания просто. Так, а здесь что у нас? Ты конь. Нет, ты подожди. Дай-ка я помедитирую. Вот если ты нормальный, ты меня не атакуешь.
Спасибо. Я знаю, куда я тебя потрачу, на самом деле. Я тебя потрачу на хпшечку. Да. Будем крайне крепкими в нашем телосложении. Здорово. 莫非也是来拜那黑风大王的？听我一言，这黑熊外强中干，靠不住的。你还是趁早离了此处才好。嗯，哎，谁说你是？妻子负伤，金银财宝都是唬人的，那些个小妖都被骗了。黑风怪好弄把戏，嘴上修真养性。 肚里贪婪气性，我所求之事，不敢托付。虽不知阁下为何来此，但定要多加小心。我此刻心急如焚，需即刻启程，就此别过。Давай, отдыхай. Интересно, если я тебя буду бить, это как соус... Ладно, я не буду его бить. Он меня отмудохает, зачем мне это надо? Так, очищающий. Ну, с огнем тут вроде больше никого нету, так что. Тут проблема то, что я обычно пережимаю количество, кстати, атак. Тихо. Тихо, тихо. Я бы сейчас радостью, кстати, качал какую-нибудь обилку, которая бы давала атаку с разбега, например. О, у меня тут юки буянит. У меня есть специальный тазик с кучей шариков, вот она сейчас-то залезла и... Перевернула все шарики и теперь катается в этом тазике. Дитя хаоса, что тут еще сказать, хорек. Интересно, сколько больше урона наношу противникам, у которых мало хп? Хм. И просто такие обычные вещи, они всегда полезны, в том плане, что, ну... Я помню. Я все помню. А вот не надо мне тут рассказывать. О, ты что-то душу нашел, да? Я заберу. Воля, душа. Почти нет разницы. Так, здесь кто-нибудь? Блин, красиво, конечно, у вас тут. Ловушка? Или нет? Нет, смотри-ка. Прям мне показалось, или мне опять уровень дали? А вы так много даете XP, что мне страшно, если честно. Давайте вкачаем тогда стан. Ну, слушайте, стан хорошая билка. Если он в самом начале работал на бога, я думаю, что это наш выбор, да. Подожди тогда. Это опять эти вкусняшки на хп? А нет. Дроже укротителя тигров, тонизирующий отвар. А так, ладно. А что за дроже? Подробности. О себе. Нет, мне нужно не о себе. Мне нужно про зелье почитать. На долгое время увеличит урон. На долгое. Вот это мне нравится. Угу. Давай. Я тоже так умею. Ну, я к тому, что типа это. Так и умею, но как себе. Ой, Микки тоже полез в тазик, да божечки-то мои. Ой, не, никаких отдыхов не надо, я еще не все потратил.
Так, а по сюжету мне куда? Наверное, наверх. Ну, судя по всему, да. Ладно. О, здрасте. Человек? Лу-шан可曾见到那些无主的孤魂? 灵运不散，浮于空中。 可惜你的葫芦不中用，我这葫芦又认主。哎呀，这才像样，不能装天，却可渡人。荡去痴念，早入轮回。 Не скачал бутылку. Мудрый наставник научил избранного принимать духовные напитки. Волшебная благословенная бутыль может поглощать волю только что погибших существ, а также души побежденных могучных яугаев. Ну, я побеждал, да. Хорошо, так. Я помню, что у меня была какая-то крутая душа, но вот я не уверен. Талисман. Это реки позволяет мгновенно отделить душу от тела и вернуться к алтарю, у которого возродились в прошлый раз. О, круто. Ну это да, это я знаю. Сканка тела. Так, ну ладно, будем считать, что мы что-то поняли. Я уж точно ничего не понял. Привет, змеюка. Давай, я готов к тебе. Я не очень к тебе готов. А ты куда? Я победил. Идем дальше. Ладно. Я вот и смотрю и думаю, что что-то тут. О, тут совсем что-то не то. Тихо, тихо, будь спокойней. Блин, я слил силовой удар на то, что ни в кого не попал. Это прям обидно даже как-то. Не, ну не прям сильно, конечно, но... Так. А здесь есть что-нибудь? Я могу спрыгнуть? Я сейчас спрыгну. А зачем? О, прямо из кустов. Нет, нет, я ж пошутил. Или нет? Yeah.
Так будет с каждым. О, головастик. Слушай, а того маленького Таноса я скушал или нет? Как это понять? Ага. Чтобы использовать умение душ, нажмите F. Когда вы превращаетесь в могущественного Ялга, используйте его уникальное умение, расходуется что-то там. Хорошо, я понял. Блин, подожди, а Танос? Видеодемонстрация? О, что это такое? А, теперь я жабка. А, все, языком типа такой. Понял, подожди, а как мне скушать этого? Блин, там просто был... А если я вернусь туда? Или уже все, момент явно упущен. Не, вы не поймите меня неправильно, я-то... Ну, я немножко расстроен, да, потому что, типа... Чего я его-то побеждал? То есть можно было, как нужно было, и вообще его не трогать. А мне-то почем знать было? Хотя нет, смотрите, вот он так... Кушает это все баночкой. Странно это как-то просто. Ввиду отсутствия карты, я все равно не знаю, куда я бегу, так что. Это так. Но он же не думал, что все будет просто. Так, а ну-ка давай вставай. Давай, давай. Давай, вставай, давай. И друга своего зови тоже. Да нет, ты вернись, пожалуйста. Последний раз просто так твой друг ушел. Совсем. Я не совсем понимаю твои паттерны поведения, но... Офига ты живучий, кстати. Ну ты прям такой интересный парень. Тут в этой игре, видите... Нет, опять куст. Куст убийца. Нет, постой. А, ты кто-то новенький, потому что я помню, какой-то куст уже был. Так что я как-то тебя воспринял как такой же куст. Ну ладно. Так. Давайте по очереди. Давай, сперва ты соберись, тряпка. Так, ладно, понял. Твоё! Получил леща, но это не точно. У вас интересный лес. Да и встаете все по одному, это как-то даже негуманно с вами так расправляться, но ладно. Не, экспа есть экспа. Типа, глупо от нее отказываться. Угу. А собственно... Куда мне? Давай уже.
чё хотят вообще, непонятно. Там какой-то ход. А, вот отсюда спрыгнул, все нормально. Вот это мне нравится. Да, без указателя сложно. Хотя, может, есть какая-то кнопочка, которая вызывает эту подсказку. Ну не, не, это опять арена. Будь попроще. Они все, исчезли эти штуки, да? Ой! На тебе! Больно, но... Поздно. Твою мать. Это было очень обидно. Сейчас я тебя съем.想起来了，当年怂恿金池长老放火烧死唐僧师徒的恶僧，正是他俩。我倒是这两人都随那场火灰飞烟灭了，谁晓得不但没死，还化成了一狼一蛇两只妖怪。 Ты показываешь, что мне туда надо идти, но я не хочу идти по сюжету прямо сейчас. А, ну, в принципе, тут особо больше идти-то никуда. Я, видимо, звоню в колокол, чтобы показать, что я опустил их батю. 中响之后，后山传来的怨气似乎更重了一些。 Ой, да не переживайте так сильно. Так, Гуанмоу призывает змей, который плюется ядом и отправляет врагов. Ну-ка, ты имеешь в виду, вот это на территории призывает их? Блин, это прикольно, кстати, вот это даже поинтереснее. Так, у меня есть две искры, и ты мне предлагал тут вот вкачать... Про идеальное уклонение, да. Я, конечно, не умею идеально уклоняться, но... Слушай, ну мы покончим, да, со всеми. О, привет. Что ты такое? Ой, какая-то штука интересная. Так, стоп, но, я хочу кое-что проверить. Усилить духов? А, вот этих самых? Хорошо, хорошо, я буду иметь в виду. Вернуть духов, что это означает? Вернуть потерянных духов, да, да, вот я про это. Отлично. О, да.
Я просто хотел вернуться на стартовую локацию, чтобы проверить, могу ли я его забрать. Но раз теперь могу его вернуть. Блуждающий у мертвия, низко поклонившись, он таранит врага бронзовым черепом. А ну-ка покажи. Это не таранит, а просто бьет. Ладно, я думал превращаться в Таноса, но какая пьянка пошла то. Давайте отдохнем. Вот интересно. Может, там что-то пропустил в лесу с этими змейками. Давай, ублюдок. Ну, пойдем. Я могу твой... Понимаю, хотел поступить плохо. Я ломаю камни своей спиной. Вообще великолепно. Чао, чао, чао. 你这模样多半也是花果山来的猴子。我见得多了，论辈分，你们都得叫我声祖宗。А по тебе не скажешь? Что слала? Сей рао би бяла. Что за отвары? А, ну вот этот просто. А, то есть я еще могу и улучшить свое зелье. Так, а у меня есть с собой. После половины бутылки недолго повышается противник. Да, давай, конечно. Ну, типа. Улучшить напитки. Какие? Не хватает материалов. Ага. А, то есть. А, даже когда-то и вино из кокосового ореха можно будет улучшить. Ничего себе. А бутылку зачем улучшить? Улучшить количество... А, да! Да, конечно! Конечно! А что, у тебя в магазине есть? Семена небесного лотоса. В течение нескольких секунд после использования бутыли постепенно становят небольшое количество здоровья. Что? Я запутался. Отвары? А, это ты про вот это. Слушай, ну это круче. Ну, яд, конечно, тоже неплохо, но... Так, тут можно вниз или сюда? Сюда, конечно же. А, так тут сундук. Мимик. Ладно. Я бы горшки разобью. Видимо, мне все-таки еще ниже, поэтому пойдем направо. И даже без засады? Я просто помню, сколько в Dark Souls было засад по любому поводу. Там на измене, блин, сидишь все время. Тут прям даже как-то мирно. Только вот жабки на меня... Опять арена, да? Ну ладно, пошли. Тут очень много боссов. Фэнси, Фэнси, Хэдэ чжи шуай. Вангчжэ бу кэ джян, лайчжэ йоу кэ чжуй. Сяо шифу, тянсэ и ван. Ни лай вочжэ сю шэн чжи ди. 杀戒到底是何居心呢? Ты же меня бить хочешь?
поджигай его, поджигай! Плохо. Совсем плохо. Иди давай. Да господи, за что? Да господи, опять не дотянулся. Успокойся ты. Ой, вот это хорошо. Тихо. Что? Не хочу. Может, ты будешь попроще?三口红钟，却不许旁人靠近。莫非那三口钟与当年的火烧禅院有关？此人所言不像假话，小猴子，你可暗自留心。Привет, Жабка. Я так понимаю, что там кого-то повесили, да? Я понял вас. Давайте. Ну, толпой-то мы, конечно, все герои, да? А за что? О, кстати, это ж третий колокол. Идея. Сильная одержимость может пережить даже смерть. А
там же еще спуск вниз был. Я не хочу сюда. А почему? Там просто еще можно было вниз бегать. Я думал, что туда это по сюжету. А сюда так, чисто по приколу забрести. Или это какой-то бонус? Похоже на тот храм, где мы уже были, правда. О, я могу пушку изготовить? А можно, да? А, нет, ну это-то мне не надо. Так, а что тут с снарягой у нас? О, боевое облачение из змеиной чешуи медленно восстанавливает небольшое количество очков здоровья, если их мало. В воде цвет... Ух ты. Хорошо, а тут что? А, я могу сет собрать прям. Ну, блин, может, короче, с разбегу бегать и собирать все бафы всякие, да? А это на бафы с воды. Угу. Пока избер находится в воде, затраты выносливости очень значительно уменьшаются. А я буду часто в воде? Ну, тут как бы есть вода, я вижу, но... Это и статы выше. Ну давайте изготовим. Да, давай, переоденемся. Мне в принципе должно хватить на все, кстати. Опа, отлично. То есть я прошлый раз мог тоже, в принципе, снаряжение собрать, правильно? Нет, ты слабее. Что такое R? А-а-а. То есть это прокачка палки этой, да? Ну, когда-нибудь, когда у меня будет побольше поинтов, может быть, я это сделаю. А пока мы просто прогуляемся. Это же сундук. Что забрал? Перчатки Гуаньи. Блин, я только что изготовил перчатки. Надолго дают средний бонус запасу здоровья и маны при поглощении воли. Ну, кстати, звучит прикольно, надо сказать. Но у меня сет, дружище, поэтому... К сожалению, придется обойтись тем, что у меня есть. Так, с каждым уровнем таланта немного уменьшает расход накопленной силы в состоянии превращения. Хорошо. Ускоряет восстановление силы. Тоже хорошо. Так, ладно, а давайте вернемся к основам. Знаете, мне вот сейчас стало интересно. Тайность атаки. Не-не-не, сейчас. А, подождите, там что-то новое открылось. Каждому уровню таланта немного сокращает время действия четырех напастей. Увеличивает шанс крит удара. Хорошо. Сейчас я все-таки думаю вкачать вот эту вот штуку. То, что я могу во время сильной атаки кушать. А, так, оно у меня уже есть, да. И давайте тогда можно... Нет, это мне не нужно. Вот урон всех комбинированных атак, наверное, мы увеличим. Да. Я думаю, это будет оптимально. Еще три пряжи. Больше снаряги. Мне это все не очень нравится, конечно, но пойдемте. О, здорово. Амитофо. Несанкохонжун. Чунгюсяма. Урбан! Йо-йо-вай-мэн-лао-йо-мэн-го-лай-ла! Гэй-во-дай-син-бао-бэй-ла!
我看不见样貌，但我能闻到那股骚味儿。莫非是你？你回来了！定是你把那袈裟藏起来了，快还给我！哎呦呦！Давай-ка, а что ты хочешь сделать? Мне кажется, не очень надо, чтобы они к тебе пришли все-таки. Смысл это делать? Я вообще-то, кстати, уклонился. Нет, нет, нет. Игра, игра, будь спокойней. Да ёперный театр. Я, кстати, нажал пробел. Ну, уже было без разницы, я понял. Да, да подожди ж ты! Ох. Вот это было опять потно. Давай без второй стадии, у меня нечем тебя бить. Это было очень близко к провалу. Убийца никогда не был так близок к провалу. А, нет, в первой части мы были в провале. Но у этого чуть-чуть другое поведение. На самом деле, как-то это прям... А, я вернулся? А, так это... О.
Огненная накидка. Как все горит. Бьёжао. 当年大圣从广目天王那里借来的神器居然还在这里，你想必是超度过那个人吧。缘起缘落，只因多看一眼。天色不早，赶紧上山吧。 Я не знаю, про что там. Так, а вот теперь... Как-то темно. Dark Souls это была бы замануха. Но нет, здесь все нормально. Блин, ну красиво все равно, кстати, все очень выглядит. Жадность. Да не, все хорошо, кстати. Куда идти дальше? Сюда или сюда? Здесь красиво. Все-таки сюда. Угадал. Ой, помедитировать можно. Мы в рыбьей броне. Клемом волка. При этом мы обезьяны. Кошечки-кошечки. О, я вижу сейф. Но все равно интересно, я все с этими змейками до этого обыскал. Там локация просто большая. Вдруг я куда-то не туда побежал. Просто не хотелось бы ничего пропустить. Если вдруг кто-то в курсе, то вы напишите, не стесняйтесь, потому что я хотя бы это закрою. О, еще и ману увеличили, боже мой. Вот это царский под... Что ты? Что будет, будет артефакт? Нажмите Т. Шкала Ци должна быть полной. А во время путешествия вы можете найти артефакты, спрятанные вашими предшественниками. У каждого артефакта свои уникальные свойства. Для их использования нужна сила Ци, которая восполняется при нанесении удара врагам. Хорошо, что ты делаешь? Так, увеличивает сопротивление огню и дает полную защиту от лавы. Прикольно. От лавы. Вот это интересненько. Так, ладно. Надо бить посохом дальше. Да. Увеличим урон от комбинации. Позволяет ускоряться во время усиленной атаки. Кстати, тоже неплохо звучит. Сопротивление урону. И вот это, да, предугадывание атаки. Я не уверен, что оно у меня прям адекватно включается, что я умею это использовать, но... Судя по тому, как оно звучит, это очень круто. Это ты мои атаки предугадываешь, да? Отдыхай. А, ты огонь тушишь мне, да? Ну, давай. Давай фехтовать будем. А, он все равно меня задел. Ну так, незначительно, в принципе, нормально, пойдет.
Ой, водичка. Это мы любим. Слушай, я же могу тебя в воду просто привезти, правильно? Э, говнюки, ко мне. Блин. Разве там не должны хп восстанавливаться? О. Она просто красивая. Так, вот что-то еще могу изготовить. Че в этот раз? Бронзовая маска обезьяны. О, это какой-то сет хороший. Ох ты ж, ёперный театр, так это ж круто. А, это я получил с этого, что ли? Со здоровяка. Ну, этого, которого завалил. Блин, а мне хватит? Шелк 2. Мне не хватит, но я могу сделать шлем себе обновленный вместо волчьего. А он ни хрена не дает вместо волчьего. Вот в чем проблема, понимаете? Волчий-то хотя бы крит дает, а этот сет работает. Время ускорения, кстати, так и кажут. Нет, нет, у меня вот это. Пока я находится в воде. А, так только выносливости. Ну, ладно, все равно, мне кажется, нерезонно делать один кусочек брони без сета, поэтому. Так, сколько ты один требуешь, да? И ты один. Ну, в принципе, я могу изготовить две вещи. Вот эту и вот эту. Так как я врагов обездвиживаю в целом, то нормально. Так, а тут враг не появится заново? Нет, не появился. Ладно. Тут босс за боссом.500年了，观音禅院规模比之前的更大。那些葬身火海的僧众，化为孤魂野鬼，在这黑风山间游荡，是我亲手将他们超度。 我甚至把那些经书残卷一一复原，但我知道总有一天，你还是会找上门来。哼！的。 Подождишь ты. Рано. Вот этот парень хорош, конечно. Почему ты у него прицел с него снял у меня? Давай. Ты готов? Давай. Да блин.
Я слишком рано уклоняюсь. Блин, ну время сильного-то удара уже можно было бы давать мне фору. Это был вопрос времени, на самом деле. А можно быстрее воскрешать? Спасибо. Да, это не совсем честно все-таки было, как по моему мнению. Да пошел ты в сраку. Честно, очень неудобно драться с ним. Блин. Да твою мать, а как я должен был тебя увидеть вообще? Да твою мать, игра, ты чё, дай мне шанс подышать. Я ж не вижу нихера. Я вот об этом примерно и говорил иногда. Во-первых, просто... Да нет, это не столько проблем соус-лайков, сколько... Он очень долго пьет зелье. Я помню, когда в Dark Souls даже заходил, персонаж вот прям сразу их выпивает. Этот прям долгий. Этот прям долго их пьет. Серьезно, прям слишком долго, я бы сказал. Непростительно долго. Вот опять. Кстати, а почему ты меня выкинул из обезьянки-то? Да пошел ты в жопу, блин. Ты че, мать твою? Да. А какое ты право имел продолжать комбус? Вы прерываетесь на этом обычно? Ну, Эд будет надолго. Если что, как я и говорил, не терчайте. То он не поворачивается за мной. Да выпей ты дебильное зелье, пожалуйста, господи.
Да урон какой, ты чё, мать твою? Твою дивизию. Да ну нет. Это будет слишком долго. Я прям уже это вижу. Чем могу себе тут купить? А, то есть защита от зла теперь вообще нету. Ну ладно. Я не в курсе, как я буду с ним справляться, если честно. Вообще не представляю. Если честно, боюсь, брат. Честно.
这巨型散气之术，看着花里胡哨，实则不难掌握。这黑风怪学艺不精，去了趟南海也不见长进。他刚才的几番变化，遗留了不少元气在此，正好小老儿收下来用。Туманные подступи. Заклинание. Растворяйтесь в тумане, чтобы отступить или провести атаку из невидимости. Да куда уж тут спешить, старичок? Видишь, как он меня смудохивал? Вот. Он хорошо меня отмудохивал, так что я не очень тороплюсь. Ну, на самом деле, да, требуется пару раз окочевряжиться, чтобы запомнить его поведение хоть немного, вернее, когда как. В какой момент нужно уклоняться, скажем так. Агатовый сосуд. Угу. Ну, босса не воскресают, так что даже если мы тут где-нибудь окочуримся. Я окочурюсь, хорошо. О, ничего страшного в этом нет. Ребята говорили про секретных боссов и так далее, но тут же в целом все очень даже линейно прям. А, благовоние, не, надо идти. Не, отдых, да. Ой, кстати. Не, палку можно мне там? Вот у этой к списку оружия. Можно? Да, дух камня. Так, дает средний бонус к урону добивающих ударов серии и легких атак. Эффект значительно усилится, если бой идет в воде. Ну, это понятно. Но пока на текущий момент, как бы, хотя бы так. Так, снаряга. Начится. Ага, шелка нету. Все, понял. Идем дальше. Здесь тупик. Давайте чуть-чуть еще пробежимся. Перед тем, как заканчивать серию, в любом случае. Да. Нет, там лучник. О, нет. Иди в жопу. Вы тут вообще охеревшие. Благо, конечно, они не стреляют пляжными зонтиками, я понимаю. А вот смотри. А? Опа, давай. Ага. С них хп чуть повосстанавливаю. Ну да, от силовых атак я смотрю, что вот в этих легких комбинациях можно все хп восстанавливать. А ты сам иди. Ага. Ладно. Я-то думал, ты по-серьезному пришел со мной разговаривать. 要是破瓦刚学的法术。 Стой, ты придурочный. А я могу как-то тебе в лицо пальнуть, например? Чтоб ты раскаялся.
Да твою ж дивизию. А можно я как-то поживу немножко? Да твою мать, подождите, стойте, стойте, ребята, стойте. Не-н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 е. Я вот еще ниже пойду. Понял, хорошо, это было опрометчиво с моей стороны. А че ты такой живучий, парень? Вот это предугадывание такое было. Ой, привет. А как дела? У тебя все хорошо? Так он мелкий какой-то. Немного увеличит шанс критического удара. Уменьшает затраты выносливости на прыжки и атаки в воздухе. А я прыгаю и атакую в воздухе? Лишь урон ядом, сопротивление ядом. А, защиту. А, нифига себе, вот оно что. Слушай, ну змейки оказались ни о чемные все-таки. Я думал, что они будут лучше. А вот это может быть, кстати, неплохо даже. Не, давайте Таноса все-таки. Хочу взять Таноса. Так, дает средний бонус к защите. Да, вместо скорости передвижения. Все, пришло время нам отказаться от нее. Ага. Ну ладно. Слушай, ну, типа, я не против с тобой подраться, ты можешь даже сюда один прийти. И мы с тобой, как это, мужчина с мужчиной, это дело выясним, а? Ты как на это смотришь? Как-то, я понял. Блин, что мне с тобой-то делать, придурочный? Отлично! Великолепно! Дружище, давай! Мелковат. Ну, чё ты это? Так, а теперь ключевой вопрос. Как мне разобраться с этими мудилами, блин, с луками? Я же им ничего сделать не могу. Я же даже до них забраться не могу. Ага. Будет забавно, если их надо просто пробегать мимо. Иди в жопу. Жопа это в другом направлении, не там, где я. Ой-ой-ой, тут еще один братан. А-а-а. Еще что-нибудь? Тихо-тихо-тихо-тихо, попроще будь. Вот я про это и говорил, да. Все, успокоился? Ну, вот, другое дело. Так, а тех старичков я, видимо, никак не это... Не закошмарю, да? Ой, увеличивает запас выносливости. Спасибо. Да не, я их не закошмарю, куда мне... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, дедуля. Все нормально. Вот вроде бы дедушка, да, из лука шпарит, как я не знаю кто. Так, ты не обрушишься? Нет? Хорошо. Это построено, конечно. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо.
Там есть одна билка, кстати, я ее, правда, не беру. Но может быть зря. Может, игра жирно намекает на то, что... А ты возьми. А ты купи слона. Которая позволяет на ходу применять вот это вот веер этот. И я склонен теперь взять ее. Но на самом деле пока я еще не уверен. А то есть заклинаний будет несколько. Господи. А, не, это именно ты про... Все, я понял. Так, не, это отлично сработало. Кстати, подождите, а в магазине не может быть шелк? У тебя есть шелк? У тебя есть пряжа. А шелк? Ты можешь быть адекватным, а? Можешь предложить мне что-нибудь хорошее? Просто я мог бы изготовить себе сейчас снарягу в виде... Конечно, конечно, снарягу. Нам даже, кстати, отдыхать не надо. Что ж, тогда мы с вами, мальчики и девочки, будем на сегодня заканчивать. Это было слишком много испытаний на меня одного бедного. Да, в смысле, с Dark Souls ты хоть побегал, побил врагов, а потом боссы. Но здесь боссы, конечно, попроще, да, не без стадий дополнительных, вот кроме тут этой змейки. Но если брать, допустим, змейку и вот этого парня, да даже если брать последнего и Святошу, то вот этот посильнее-то. Святоша подлый, да, я не спорю, я там тоже сожрал практически все, но... У него паттерны поведения попроще, с одной стороны, с другой он хилится в определенный момент. А вот этот парень, вот он в прошлый раз использует какую-то билку, которая мне просто чуть ли не все хп снимала за один удар. Вот у него есть пару таких атак, которые меня чуть ли не обнуляют. Это благо я хп вкачал, а если бы я не трогал бы их, ну получалась бы ваншот атака. Не знаю, сколько это хорошо, конечно, но факт остается фактом. Вот. Что ж. Мне нравится, на удивление. Мне не очень нравится страдать, но это остается более-менее за кадром, так что, думаю, вы не особо заметите пылающие костры, потому что Рохан не явится, да, тут нету Рохана. Вот. А мы с вами по-любому продолжим в это играть, потому что мне стало по-своему интересно. Знаете, это вызов. Это вызов своеобразный, и ты пытаешься с ним бороться. Я не очень люблю, на самом деле, вызовы. Я это не единожды говорил, в плане того, что я просто признаю поражение и заканчиваю. Как я недавно удалил Battle Brothers, который прошел его снова, начал новую кампанию, получил по сусалам и сказал, ой, иди ты к черту. И вот тут то же самое. Конечно, если возможно сделать 30 плюс попыток на каком-то враге и не осилю, может быть, я психану. А может и нет. Ну, кто его знает, может мне понравится вот это вот садистское удовольствие от Souls-like игр. На самом деле нет, конечно, но лучше быть оптимистом, правильно? Что ж, еще раз. Всем хорошего времени суток. Я желаю вам удачи. Увидимся с вами в следующей серии.